Так, а кто это у нас здесь? Мы едем, мы едем. Опа, привет. Ну что, Пашок, как? Чего они хотят? О, тихо, только ладно, не трогай, блядь. Только милая, давно устал. Коги в себя откуда номер два. Утро начинается, начинается. Суббота. Возможно, приедут гости. Посмотрим. Все, время 10. Просыпаемся. Аджара Гуджиур. Так, ребят, хочу вот гитарку сделать на улице, чтобы она была подключена и можно было кому-нибудь просто взять и поиграть на ней. Ну, кто захочет. Так, вроде что-то подключил. Пойдемте попробуем. Опять картошечка, ребята. Но уже не так, как вчера. Весело. Песни у меня играют, как бы мне не прилетели авторские права. А времечко 12:12. Нормально. Денек идет. Хорошо, классно. Приятного аппетита. Мировые шорты. Кстати, я прожег их, когда вот собирал вот этого Билли. Болгаркой резал, и мне вот так вот прожгло. Надо зашить, у меня вот есть набор. Я поработал немного сегодня, что-то ничего не хочется. А то люди придут сегодня, а я в рваных шортах. Давайте заштопаем, что ли. Нормально. Ну такое. Оба! Новые женильные шорты. Чё привезли, ребят? Привет! Привет! Все, давайте пока он туда, куда-нибудь в уголок что-то поставим, да? Хоп! Мощный мужик. Так, ребятки, мангал привезли. А угля у них мало. Сам-то я мясо не ем. Ребятки едят. Надо принести им березовых дров пока. А чё, давайте возьмем вот такую штуку. Наколем ее, хватит им. Немного иван-чая пособирал. Пока жду ребят. Че, вот такой комочек получился. Сейчас мы его опять на крышу закинем. Туда. Где ему и место. Тут сегодня вообще жарко. Эй, какие люди! Привет. Добрый день, хата говорит. Это что, гостинцы? Держи гостинцы. Так, а кто это у нас здесь? Это ребята подъехали. Че, надо что-то выгрузить, да? Я оторвал теперь еще один подкрылок. А где он, кстати? Вот он. Теперь надо будет и его прикручивать. Ехать, здесь вот посерьезнее открывало. Да может даже и сегодня приверну. Давайте, ребятки! За встречу. Подкрылок надо починить. Сейчас починим. Ну все, еще походят. Так, Макс огурчиков мне подогнал. Спасибо большое, Макс. Не то что магазинный. Своего огорода. Хоп. Так, ребятки, что у вас тут? Отдых. Да? Че у нас тут? Картошечка, мухи. Давайте посолим маслица и похаваем, да? Приятного аппетита всем, ребятки. Мы с вами, а вы с нами. Ждем еще несколько человек. Может, пяток. И все.
Макс, спасибо большое за огурцы, они просто классные. А еще там, по-моему, был крыжовник. Но его я съем завтра. Вот это классно вообще. Гостинцы, ребят, это просто круто. Какие нафиг донаты, когда вот лучше огурцов со свойского огорода? Вот это я понимаю, да. Все, Гош, едем контент снимать. Давай. Мы едем в Гошан. Все. Давайте, подъезжайте. Гош, отключайся, байпер. Ребят, привет. Здорово, Гошан. О, вот с этими, да? Конечно. Здорово. Ну, держи. Здорово, сейчас поздороваюсь. Привет всем. Привет, Паш. Привет. Сейчас снесем. Как вы, блядь, фильм снимаете? Опа, привет. Здорово. Привет. Спасибо, а то я совсем оголодал, тут забещевал. Приходите, ребят, что-нибудь маленько развлекайтесь. Сейчас я это, присоединюсь и банька, и все. Заходи сюда, все. Че вы тут это? Вот здесь вся поляна. Вот здесь вся самая главная поляна. Пойдем сюда все. Так. Ну, короче, найдете, где здесь упасть. Очередную, 18-ю. Пойдем баньку топить. Пойдем. Ну, бань, Жень, сейчас баньку. Все. Погнали, Леша. Ну что, Пашок, как? Чего они хотят? Охуеть. Нормально все, да? Я хочу, чтобы картошку окучивали. Лучше. Скажи, мы закладки ищем. Ты опять в баньку? Да, пожнем. Пойдем. Так, знаешь, сколько там градусов, Пашок? 78. Погнали. Ну что, Паш, твои вот первые впечатления? Супер, все охуенно. Температурка в бане, нормально все? Вообще супер. Все, красавчик. Ну что, Жека? От души и отдых вообще. Паш, твоя очередь будет. Смотри, руками не касайся, просто это. Два горячих. То есть выходи вот в ту сторону и заходи с той стороны. Не сядешь, там много горячих. О, вообще тихо, только ванну не трогай, блядь, еще пизданешь в этот козёл. Ну, бля, вы че? Не касайся только бортов. Не касайся, блядь. Охуенно. Нормально все, да? Было хорошо, было далеко, но на шею бросили аркан. Давай. Днём с конём, вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Сяду я верхом на коня. Ура! А на пороге ждет меня старушка мать. Девчонка милая, давно устала ждать. А на пороге ждет меня старушка мать. Не военкомат, помню, как не спал я ночью. Промерзал бушлат, и это звезда помнит каждый. Нас вот за это мы и выпьем. Много раз и напьёшь. Как-то так, ребятки, как ты так проходишь встречу с подписчиками? Все очень всем довольны. Так, все. Прощаться. Давай, Паш, еще увидимся. Пашка, все, приезжай. По-любому, блин. Все. Давайте, ребят, кто? Все, давайте. Все, всем пока, ребят. Спасибо, что навестили хату бича. Ничего не забывайте. Ну и забудьте, вернется. Будь повод вернуться. Да, аккуратненько там. Ребят, 99 градусов. Спиной горят. Терпим. Будет взят новый мировой рекорд. Рекорд. Идете на рекорд. Причем как уверенно идете-то. Вам надо, короче, эту планку поставить высокую, чтобы больше до вас никто не добрался. Это очень мощно. Ребят, я вам уже скажу, что рекорд уже побит. Уже побит по сауне около Унжи. Но вы должны еще полить воды будете. О, пошла, ребята. Не, подождите, я вам скажу. Тяжело. Ну все, давайте, ребята, рекорд взят. Все равно 104,9 было, почти 105 градусов. Ребята, льем воду. Паримся, и все, и выпрыгиваем. Давайте. Давайте много.
Вот температурка пошла падать. Давайте, давайте, подливайте нормально. Бежим, блин. Бежим. А куда терпеть? А вы чё терпеть-то? Ребятки! Аккуратно, аккуратно. Новый мировой рекорд! По сауне! Вывательно! Коги в смятку номер два. Вот это ребята! Вот это ребята! Почти 105 градусов! Это мощно! Это было мощно! Просто мощно! Вот они наши победители! Вот они красавчики! У-у-у, поздравьте их! Ребятки! Это было мощно! Ой, ебать! Ну что, ребятки, на этой, опять же, мажорной ноте со взятием нового мирового рекорда мы с вами и прощаемся. Спасибо вам, что смотрите хату бича и смотрите весь шалман, что здесь творится. Всех благ вам, счастья, удачи, здоровья, любви. Там лайки, дизлайки и прочее. Давайте, всем пока. Агаст у нас, ребятки, все с вами. Короче, ребят, вот баллон, который кончился. Баллон, который кончился. Я нашел ключ на 24. А он нифига не подходит. Так, время, наверное, часа два уже ночи. Давайте попробуем. Короче, нифига не вышло. Фиг с ним, с газом. Завтра надо будет покупать прокладку под редуктора. И ключ, чтобы отвернуть тот редуктор, потому что он с регулятором. Ну и все. Все, давайте, нафиг все. Конец дня. Все, пока. И да, немного слов, а вот, все. Вилариба, вилабаджо.